Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сегодня стал донором крови. Он уже не первый раз выступает в роли донора. В марте он принимал участие в сдаче крови на типирование. 14 июня отмечается Всероссийский день донора, и к этой акции присоединился Глеб Никитин. В Нижегородской области такое же практически количество доноров, как в прошлом году. Вот за 5 месяцев 17 тысяч человек сдали кровь. В прошлом году это где-то около 30-35 тысяч человек, которые сдали кровь. При этом сами процедуры проводили 75 тысяч раз, то есть практически каждый сдавал по 2, может быть, даже по 3 раза. На самом деле это еще раз говорит о том, что люди имеют внутри вот этот позыв для того, чтобы помочь людям и проявить себя.